Шановные украинцы, мы тут все говорим, что Россия пробила дно и переплюнула фашиста. Так вы знаете, в чем какое математическое уравнение сделала Россия? Россия умножила Гитлера на татаро-монгольское иго. И получился такой вот, я думаю, может быть, там еще третий ингредиент, я просто еще не раскопала. Короче, россияне, татаро-монгольское иго не было таким же игом. Считайте, что это была ваша налоговая система. Пришли татаро-монголы, пересчитали вас, вот так, поштучно, сколько, например, сколько человек в семье, например, 12 или 2. И с каждого человека брали налог. Ну и что такого? Они не меняли вам, они не ставили татаро-монгол к вам на престол. Они не поменяли вам церковь. Татаро-монголы не были же православными, а у вас были православные церкви. Просто с вас снималась дань. Дань – это налог, все. Они сжигали там города целиком, как Москву они пару раз сожгли. Не за то, что они такие плохие, просто Москва не захотела платить, она хотела наебать татаро-монгольскую. То есть она собрала дань, а потом не довезла, куда-то там пробухала. Ну и проще пришли татары и вас выебали. Ну, так вот, чего примотались с Киева, я не могу понять. Чего примотались с Киеву? Что вам надо в Киеве? Если вы хотели, например, дань, Киев вам предлагал трусы, эти ношеные лифчики, стиральные машинки, унитазы. Ну нет.